Участок федеральной автомобильной дороги Москва-Нижний Новгород, проходящий через Балашихинский район, в прошедших 99-м и 2000-м годах оказался одним из самых аварийных. За последние полгода этот показатель дорожно-транспортных происшествий, в которых погибали в основном пешеходы, значительно выше. Такая мрачная обстановка вызвала тревогу не только у местных властей, но и у федералов. Совместными усилиями принимался ряд профилактических мер. Патрулирование особо опасных участков дороги, зеленый коридор в те дни, когда на трассе особо интенсивное движение, и контроль скоростного режима. Однако показатель все время возрастал. Проблема заключалась в том, что пешеходы, несмотря на опасность быть сбитыми, перебегали шоссе, где им самим хотелось. Администрация дороги установила разделительный отбойник вдоль всего опасного участка, но и это не помогло. Жители густонаселенных районов решили не утруждать себя ходьбой до регулируемых пешеходных переходов и начали бег с препятствиями, подвергая свою жизнь еще большей опасности. Результат налицо – 10 дорожно-транспортных происшествий за сутки, и 3 из них заканчивались смертью пешеходов. Проведя исследование статистических данных аварийности, область обратилась к опыту столичного соседа и, сделав соответствующие выводы, начало финансирование проекта, в частности, строительство новых надземных пешеходных мостов улучшенной планировки, которые позволяют жителям густонаселенных районов спокойно переходить трассу, независимо от интенсивности автомобильного потока. Когда мы работали на первом мосту на 23-м километре, были очевидцами многих аварий. Даже людей сбивало, то есть уже стали очевидцами непосредственно вот на нашем уровне, что здесь мосты нужны. Вот. Ну и вот пробки вот эти, по которым мы сами пробираемся на работу и с работы. То есть мост нужен. Данный областной проект в ближайшем будущем удовлетворит потребности как автомобилистов, так и пешеходов. Одни будут комфортно двигаться по трассе, другие без риска для своей жизни пересекать дорогу. На Леоновском шоссе возле дорожной развязки произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель автомобиля «Москвич» выехал из тоннеля и остановился под светофором. По словам очевидцев, через некоторое время машина начала пятиться назад. Перескочив через бордюрный камень, автомобиль «Москвич» завалился в кювет. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель получил ушиб головы, а транспортное средство – механические повреждения. На Леоновском шоссе возле автобусной остановки произошло дорожно-транспортное происшествие. Пострадавших нет. Водитель Станислав Лапшин, управляя автомобилем КАМАЗ, совершая маневр поворот, не справился с управлением и наехал на световую опору. Не рассчитал габариты прицепа и маневр. Вы сами не пострадали? Сам нет. Но машина сильно пострадала? Нет, машина не пострадала. Пострадал только немножко кирпич. И столб. Все. В среду вечером водитель автомобиля ВАЗ-21099, двигаясь по проспекту Ленина, не справился с управлением и совершил наезд на фонарный столб, стоящий на обочине. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали 2 человека. Водитель еще находится в шоковом состоянии, и он конкретно не помнит, откуда он ехал. Но предварительно машина двигалась в ВАЗ-21099 со стороны улицы Советской по проспекту Ленина. И на данном участке он не справился с управлением, врезался в мачту городского освещения. В результате ДТП он сам пострадал, и пострадала девушка. Девушка уже увезла скорую помощь, а водителя сейчас мы опрашиваем. Все дальнейшее покажет следствие.